столице Венгрии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В вечерней программе «Пятница», 14 мая, проходили состязания женщин в синхронных прыжках в воду с вышки. Победили россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина. Российский дуэт набрал в итоговой таблице лучшую сумму баллов 307,44. Почти на 17 очков от россиянок отстали серебряные призеры Единченко и Луиза Тулсон из Великобритании. Бронзовые награды у представительниц Украины Ксении Байло и Софьи Лыскун.